Доброе утро, уважаемые телезрители. Прекрасного вам, замечательного вам понедельника. В этой студии для вас работаем мы, Алексей Юрченко и Александра Пресель. В эфире программа «Наше утро» на ОТВ, и тема эфира у нас сегодня «Все на шопинг». Но мы сейчас хотим перейти к другой теме. Медиахолдинг ОТВ запускает амбициозный проект о хоккейной жизни «Свободный лед». Премьера состоится уже сегодня. Его создатель, автор проекта Константин Устенцев у нас в гостях. И я думаю, что это очень здорово. Константин, доброе утро. Здравствуйте, коллеги, рад вас приветствовать. Да, мы тоже очень рады вас видеть в столь ранний час. Расскажите, пожалуйста, про этот проект, в чем его, может быть, цель? Самая главная цель проекта, как я уже неоднократно говорил, это объединить и болельщиков, и спортсменов для достижения нашей одной единой заветной цели чемпионства. Для того, чтобы преодолеть так называемые некоторые барьеры и сократить дистанцию между потребителями продукта и его создателями, необходимо, как мне кажется, и я уверен, что так оно и будет, несколько снизить вот этот самый, что называется, порог, предоставить возможность трибуну и слово одним, и, соответственно, дать возможность высказаться другим. В общих обсуждениях, изучении проблем, позитива и прочих моментов, я уверен, мы придем к одному общему знаменателю, который и в итоге позволит нам, во-первых, достичь искомого результата, это сократить дистанцию, и, во-вторых, позволит рано или поздно нашей команде стать чемпионом. Убеждать. Верим в это, надеемся. А скажите, а на какую аудиторию вы рассчитываете? Как вы думаете, кто будет смотреть, вот больше всего прям участвовать в обсуждении? Вот здесь мы оказались в такой ситуации, очень благосклонной для нас. Дело в том, что у нас регион очень хоккейный, самая хоккейная область, поэтому мы рассчитываем на то, что наша программа будет интересна всем слоям населения. Мы отходим от принципа, чтобы это шоу было чисто заточено под хоккей. Мы будем рассматривать ситуацию этого прекрасного вида спорта со всех возможных ракурсов и сторон. Будем смотреть на с точки зрения домохозяйки, с точки зрения спортсмена, с точки зрения аналитика, с точки зрения там, подрастающего поколения. Да, будем изучать целый пласт вот этих всех вопросов всевозможных и выдавать в эфир, я думаю, продукт, который, как вы уже подчеркнули, будет интересен действительно многим. Поэтому мы в данном случае в выгодной ситуации, потому что наша область самая хоккейная, без преувеличения хоккей в Челябинской области, это культовый вид спорта, поэтому, я думаю, аудитория мы обделены уж точно не будем. Да, рейтинги будут высокие. Будем, желаем, да, от всей души. Спасибо. Конечно же, возникает вопрос, как-то будете стилизовать студию там или что-то под программу? Да, конечно. Мы изначально задумывали, что студия будет в таком хоккейно-домашнем стиле. Почему? Потому что, во-первых, когда мы говорим о хоккее, у нас должна быть полная четкая стилизация. То есть мы не можем сидеть условно на диване или на стуле. Мы должны вести... Нет. Здесь все будет немножко упрощено. Здесь весь антураж будет зациклен как раз-таки на декорациях. У нас будет самый настоящий лед. Ну, в кавычках имеется в виду. Лед, ледовое покрытие сегодня, кстати говоря, можете в полной мере убедиться в моих словах, что действительно лед будет похож на лед. Ледовые борта, хоккейные ворота, скамейка для запасных и многие-многие другие атрибуты, которые сопутствуют непосредственно хоккейному проведению матча. Ну и, конечно же, зона так называемая домашняя, на которой мы будем приглашать наших уважаемых экспертов и людей, которые, может быть, где-то чуть отдаленно находятся от хоккея. Здесь диванные эксперты, наши диванные специалисты будут также обсуждать, но уже в стилизованной зоне. Поэтому у нас двойное разделение. Зона спортивная, зона домашняя. И вот между этими двумя сторонами будет идти так называемый, мы надеемся, в прямом смысле этого слова, качественный диалог и дискуссия. А вот скажите, вот вы рассказали вот про то, как у вас будет стилизовано, а вот про экспертов, да, сказали, что они могут приходить. А кто еще может стать участником вашей программы? Может быть, даже зрители? Конечно, абсолютно. Здесь мы обязательно делаем акцент и призываем всех уважаемых наших телезрителей принимать активное участие и оставлять свои, в том числе, вопросы, пожелания, темы для эфиров и заявки для того, чтобы в том числе оказаться на свободном льду. Ведь свободный лед, название. Это игра слов, такой некий симбиоз свободы, свободы слова, свободы действий и так далее. Поэтому, если у болельщиков есть какая-то наболевшая тема или вопрос, они могут ее обсудить на нашем свободном льду. Мы открыты для всех, наши контакты, собственно говоря, сейчас постепенно набирают обороты. В сети нас можно найти очень просто. Это социальные сети, либо же на сайте 1obl.ru есть целая вкладка «Свободный лед», там можно задать свой вопрос по форме обратной связи. И мы обязательно на самую интересную, животрепещущую и, самое главное, актуальную тему не только примем к
к сведению этот вопрос. Ну и пригласим обязательно болельщиков и будем разговаривать с ними на протяжении всего сезона, потому что игроки играют для болельщиков. Все это делается для болельщиков, поэтому болельщики — это главный инструмент, в том числе в создании нашего проекта. Константин, пригласите, пожалуйста, наших телезрителей увидеть этот шедевр, к которому мы так готовимся. С удовольствием, с удовольствием. Друзья, я приглашаю всех вас оставаться у экранов своих телевизоров и принимать непосредственное участие в создании программы «Свободный лед». Приходите, обсуждайте, пишите, и мы обязательно вместе сможем сделать то, ради чего все это задумывается. Для того, чтобы наша команда выигрывала, для того, чтобы наша команда становилась лучше и ближе ко всем вам. Кость, мне хочется вот так закончить. Трактор, Челябинск. Да, трактор чемпион, это не все. Обсуждается. И рано или поздно мы обязательно возьмем заветную чашку и вместе с вами в этой студии, надеюсь, подведем эти самые итоги. И это будет самой настоящей отправной точкой в новую, так называемую, жизнь, когда действительно есть хоккеисты, есть потребители продукта, болельщики, и они вместе делают общее дело. Мне кажется, это прекрасно. Великолепное завершение этой спасибо темы. Спасибо вам, очень интересно была благодарю вас беседа, за приглашение. Да, спасибо большое. Дорогие друзья, у нас в студии был Константин Усьянцев, автор проекта «Свободный лед». Мы все ждем премьеру, а пока расскажем вам, какие мероприятия можно посетить еще на этой неделе. Афиша на неделю.